Всем доброго времени суток, Несу Ангард. Мы продолжаем проходить 10-й сезон Ноэль. Прошлая серия, к сожалению, особо внимания не привлекла. То ли переводчики слишком долго переводили, то ли я потом еще слишком долго не проходил, то ли просто у людей уже пропал интерес, старое поколение ушло, новое не пришло и так далее. В общем, это немного меня опечалило. Ну, что поделать? Мы все равно пройдемся до конца. Хотя бы и собственное любопытство. Но это немножко грустно. Я думал, такое, о, наконец возвращение на эльф. Впрочем, по стриму уже можно было догадаться, что так будет. Казалось же, параллельно что-то стоит запустить. Но, учитывая скорость моего мышления по поводу выбора игр, мы к тому времени, что-то запустим, уже и на эльф допройдем. Как бы то ни было, в прошлой серии мы узнали, что... А что мы узнали, собственно говоря? Прошли, так сказать, по прошлым нашим приключениям. Поняли, что есть очень много дедов, знать секрет, но деды оказались слишком дедами, теперь они дед. Рассел, как мы поняли, ветеранов не уважает вообще. Все ради своего секретного пласа. Единственный оставшийся ветеран — это мадам Кофин. И единственная, получается, кроме Рассела, кто знает секретного пласа. По крайней мере, тех, о ком нам сообщили. Ну, конечно, мадам Кофин не такой человек, чтобы подать на всем блюдечке золотой каемочкой. Надо сперва... отбить у нее эту тарелку, уже там еще и потом еще дополнительно добить, чтобы секретно тарелку, собственно, выложили. Вот, мадам Кофин звонила уже несколько дней, нам как позвонила, и вот мы собрались, чтобы встретиться с ней в ее финальной игре. До сих пор неизвестно, какой будет жанр у этой игры, что будет, но надеюсь, что-то интересное. Так, на эту пресню казала нам мадам. Послание должен отвести нас на игру. По крайней мере, так она сказала. Итак, где нахер этот парень? Может, он один из нас. Давайте походим и посмотрим. Ну, как я вижу, никто никуда не торопится. Ходить не буду я, а я ведь тоже уже пожилой человек. Двигаться мне непросто. Интересно, дам Гофин типа устроим последующую вечеринку перед тем, как свалить из города. Раз не рос, не учет внимание. Внимание Бюроуса. Кажется, странноватым, да. Да что же она думает, мне интересно. Бога разоброчить, если могли бы понимать, что у нее в голове. Ну ладно. Я что-то игры не увлекаю, слишком больших разговоров с людьми. Ну, будет есть, что не какой-то пати-гейм. И не мафия какая-нибудь, хотя слизнеже в маске, он как бы готов. Слава богу, на торсе дресс-кода. Врываюсь в эту вечеринку, куда бы мы не отправлялись. Как кажется... Это кажется успокаивающим иметь большую группу. Но все, что идет дальний бог в своем платье. Да, мы всегда будем это помнить. Черт узнаю, выглядело. Прекрати это. Подожди, дерьмо, я забыла. Я забыл ударить питона. Может, не стоит его сейчас ударить, пока не забыл снова. Вот сейчас не лучшее время, может, чуть попозже. В конце концов, без питона наша жизнь будет довольно тяжела. Так, офис сказал, что он сбежит из города после этой большой игры, выиграет или проиграет. Ну, в чем ее идея? Расстаясь убить, так зачем это делать? Ну, она привыкла жить на острие ножа, она работает не так, как мы с вами. Просто же спросить напрямую. Я рассчитываю мозг, чтобы отлить ее игре. Ощущально, что не можем, так сказать, подтасовать кого-то, как мы это сделали в месте, но мы справимся. Мадам типа, чтобы устраивать какую-то плодовую засаду, но мы все еще... Нам все еще стоит быть осторожными. Да, будем настороже в дальнейшем. Не переживай, я был в этой пресне бесчисленное число раз ради сделок. Оставь разведку на меня. Я лучше не буду узнавать, что же это были за сделки. Это просто раньше был рыночек овощной, там помидорки купить, огурчики. Все в дом нес. Блин, конечно, хорошо проводишь разведку, уважаемый. Просто стоишь на месте, я так понимаю. Просто далеко глядишь, все видишь. Никуда особо двигаться не надо. Так, ну диалоги не меняются. Ребята, поймите меня здесь около месяца назад. Мне не особо нравится это место. Я рожал Оскар, но тебе же не нужно сражаться одному. У нас тогда было много, и помогло ли нам это? Да нет, попущение было только обидней. Да, у нас тут успокаивающая численность. Да, в принципе, ничего не поменялось, настолько же, сколько раньше. Ну ладно. Компании все же получать по чам веселее, я полагаю. Хотя с этого быть без этого. Что нахрен планирует старая корга? Конечно, знает секрет, но она могла бы грабить встретиться с нами на полпути. Удаляем эту игру и заставим ее признаться во всем.
Только точно не какой-то штокости, даже я подам, понял? Ну, Оскар здесь, вы держите под контролем. А какой Оскар вообще имеет отношение к делу? Ты можешь, не можешь просто пробиться мимо ее силы. Хорошее замечание, надеюсь, что эта игра пройдет мирно. Ну и где? Либо хуже реально придется одному разведывать. Кто-нибудь идет со мной? Нет, все, все-таки в команде, не отпустили меня одну. О, здравствуйте. Блин, кто бы это мог быть, я даже не знаю. Извиняюсь за ожидание, мисс Нель. Ты один из людей Коффин? Это да. Ну да, назначи меня быть вашим гидом. Хорошо, так где про эту игра? Получила так, будто есть на других участников, если бы только говорил мадам. Ну типа, я здесь никого не вижу. Я больше не могу ответить на ваши вопросы. Мы все лишь персонал этой грандиозной игре, задача которых поддерживать вас из-за кулис. Понятно, но тогда мы следим за тобой. Но все, сейчас ускорять нечего, боюсь. Мы уже скоро будем на игровой локации. Теперь, мисс Нель, пожалуйста. Конверт. Приглашение на игру от мадам. Хоть разным лично, а не по почте. Это приглашение обозначает вас как одного игрока, что означает, что вы семеро считаетесь как один. Другие игроки в той же лодке, так сказать. В это весь смысл. Хотя, если эти другие игроки, правда ли ты в лучшей деле раскрыл преступник, как Нелли Дьявол, вроде меня принимать участие? Оно же беспокоится, эта игра строго не на запись, но проходите вдалеке от любопытных глаз. Так сама игра незаконна, значит. Очень хорошо, я принимаю приглашение. Давайте отправляться, пожалуйста, сюда. Кстати, тяжко он ходит. А что с тростью? Повредил свою ногу? Ну, уже есть какой-то из моих проблем. Эх, был ли какой-то персонаж, который повредил свою ногу, когда мы его увидели в последний раз? Мне кажется, был. Но это своего рода прорыв. Это ужасно маленькая шлюпка. То есть, о чем мы встретились на пристани? И похоже, вы чертовски выкачали. Да как долго будем на этой штуке? О, около 20 минут, плюс-минус. Я надеюсь, мой живот останется спокойным. Слушайте себя все, вы нужно всего 20 минут, откиньтесь, расслабьтесь. Чувственный станет главной жертвой этой лодки. Я был прав. Море не прощает эту самоуверенность. Эй, Фуга, это в порядке, приятель, выглядишь дерьмово. Это путешествие на тебя хуже всех. Заткнись нахер, оставь меня в покое. Все еще, прошло куда 7 минут, я не вижу земли. Естественно, идти земли. Однако, место проведения уже можно ясно видеть, да? Не говори мне. Круизный корабль, Сиркуэй. А это где пройдет наша игра? Так это было обслуживающее судно, но отвезло нас на более то, что это сейчас круизный корабль. Что обслуживающее? Как я ранее прошлый раз в маленьком порту, они используют маленькие лодочки вроде их, чтобы транспортировать пассажиров. Увы, если вас не разыскивали, нам пришлось бы избегать проверки охраны в ближайшем порту. Надеюсь, вы можете понять. Ну, конечно, яхта это круто, правда, и так знал. Но яхта, грязный корабль, чисто... первая часть кай. Лесер Кель. Блин, наверняка это на самом деле настоящее французское слово, которое сейчас максимально извращаю, потому что не знаю французского. Да, правильно, вроде Лесер Кель. Что-то такое. Вообще переводится как гроб. То есть ирония, понял. Проводящий игру, ее зовут гроб, корабль называется гроб. Что-то у меня не самый хороший причувствие из этой игры. Надеюсь, хотя бы участники доджи будут живыми. А, давайте говорить просто ле гроб. Потому что я не хочу мучить ушки тех людей, которые могут быть французские. Так этот корабль — новая крепость мадам. Плавучая, самое главное. Ну жесть, ну все знакомые лица, я уже видел всех этих людей. Ой, прошу прощения. Здесь так много людей. Мы серьезно корабле, я никогда не был на таком большом раньше. Если так много людей только на палубе, да сколько же всего их на целом корабле? И более того, никто здесь даже и даже не стрелял на Нелли Корона. Может, даже какие-нибудь еще другие дьяволы тусуют? Или все-таки иметь смысл делать все-таки слишком элитно для этих людей? Блин, хорошо, что на вечеринке нет правил не входить, собственно, дьяволом. Так, ну ладно. Вы последний, кто прибыли. Мадам скоро начнет церемонию открытия. Чувствую себя как дома до тех пор.
Не сорвите меня, мы даже тебя использовали советом. Корабль местный закон о вечеринке. Да, это поэтому здесь мы гораздо безопаснее, чем в Бопасе. Нам гораздо безопаснее, чем в Бопасе. Ты как думаешь? Наконец-то можешь нормально отдохнуть. Не такое, если у нас большая группа. Я сейчас учиться. Кажется, команда. Теперь у нас тут больной ребенок на борту. Так что давайте устроим перерыв. Ах ты. Он скажет, я хороший замечание. Этот корабль должен быть гораздо безопаснее для нас. Все еще вычислить себя неуютно. Это просто мое воображение. Я рад, что все ее прежние вышибалы снова с ней. С богатством кофе Нелли, подумай о целых жизнях, которые должны расти в роскоши. Я беру эту игру, чтобы не потерялась. Блин, ты же вроде только работал вышибал, ничего себе. Видимо, за хорошую службу в казино Мисти его даже на полноценные игры приглашают. Прошел легендарный кофе Нелли с грозным корабле со всеми этими людьми. Это раз так необычно и жестко божести. Я еще не жду такой игры, которую нельзя купить. Если очень все, что все, чем владею кофе Нелли, я смогу оплатить операцию моего брата, я не могу проиграть. Приглашен на свою мадам кофе, но это высочайшая честь для азартного игрока. Никогда шанс ей, насколько будет увлекательна эта игра. Блин, насчет вообще уровень ожидания очень высокий, надеюсь, мадам кофе не подведет. Мадам знает пару дьяволов, боже, о боже. А где второй? А где второй? Нам нужно найти какого-нибудь родственника короны, чтобы не было скучно. Ответил мне в особую зону для дьяволов, чтобы не мешали другим отдыхающим. Ну и кажется, зеленый ведь у меня здесь. Я полагаю, я не против рисунников на борту. Значит, то, что расстраиваешься и крылья смотришься. Корабль огромный, так что не будет качать. Хорошо. Дай мне 5 минут, и я восстановлю полностью силы. Зона вечеринка для азартных игроков и богатых, я полагаю. Но не могу сказать, что это не идеальное место для одной финальной схватки, которая не будет финальной схваткой. Корабль смысл что-то брать вас, значит, я не знаю откуда вы, но вы кажется ужасно юный, но переживай, насладимся грандиозной игрой, мадам. Кто пригласил всех сюда сама? А сколько у них, блин, огромная сеть? Посмотри этот корабль, он больше отеля, богатые люди просто из иного мира. Выруби демиграфские чисто людей, не могу вообразить, вы надеетесь, что это не окажется в новостях. Мужчины смотрят на их окружение, блин, этот мужик? У него какой-то куда необычный портрет, я что-то не помню такого. Нет, у них обоих какой-то необычный спрайт, мне кажется, это необычные неписи. Есть некоторые люди, которые очень не похожи на зарды игроков, мадам тоже их пригласила. То есть смотрит на вас, где меня отворяет вот свой взгляд, и она тоже не показалась. Ну вот эта женщина, может быть, и был такой спрайт, но... Но с того, как мы дарали членов из портов всего мира, мы закончили вот этот класс. Игра должна скоро начаться. Но я бы взял кризисный корабль моим. Блин, прикиньте, победителю только грамоту дадут на стену повесить. Будет обидно, конечно, немного. Играем не ради денег, играем ради респекта. Это же... Блин, Рассела тоже позвали, какого хрена? Нель Черкуэти, мэр Лапуаса, Рассел Бёрлс. В прошлом месяце мы играли в церемонии мэр Бёрлс. Ну, как поживаете вообще? Так вот здесь, что вы гости с мадам? Как узели с президентом Водолея и остальными? На меня позвали просто. Ну, ты говоришь, что это по делу. Похоже, ты не совсем ничего не знаешь. Я знаю, что ты отчаянно пытаешься похоронить секрет этого города, но знаю, ты не позволишь тебе коснуться и пальцем, мадам. На самом деле я собираюсь. Подожди, Нель. Корон. То, что мы на этом корабле, означает, что игра кофе началась. Ночная драка может быть против правил. А, в твоих словах есть смысл? Я лишь нарушаю право, мадам, они... Да, это никогда хорошо не кончается. Молодой человек снизу знает. Ну, не нужно так зло смотреть на меня. Не переживай, я получил свое приглашение. Мы на одном уровне. Ты тоже в этой игре? Боже, чего мадам дала тебе приглашение? О чем она думает? Мадам такая, блин, он же меня ищет. Надо пойти на ему навстречу. Че я буду? Как чужая. Не могу сказать, что я знаю или что мне и сделала. Пока мы на этом корабле, правила игры это все, что имеет значение. Рассел. Раньше понятия не имел, что откуда взялась твоя дикая амбиция, но теперь ответ прямо передо мной. Мы раскроем секрет этого класса. И сночите твои амбиции и величайшие слабости.
Дорогие гости на борту, наслаждайтесь круизом. Хозяйка нашей игры приветствует. Вы должны послушать внимательно, если вы хотите победить. Все дорогие за корабля, что означает, что время начать гранд-игру. Позвольте быстро резюмировать это соревнование. Теперь поверьте мне, знаешь, что это внезапно, но, к несчастью, этот корабль взорвется и потонет через 9 часов. Так, погодите, это что за Zero Escape подвезли? Это что, такой намек свыше, что пора бы все-таки вернуться к Zero Escape и пройти его на стримах? У нас, конечно, не 9 участников, может, у нас 9 в 9 степени. То есть совсем на максимал тогда получается. Ну, взорвется, блин, жалко, рад. Смотрите, какой большой, наверное, стоит, он же денег стоит. Ну не может серьезно. Раз на итоге происходит игра. Если видишь, чтобы это случилось, вам нужно найти ключ-карту, чтобы взять бомбу. Основная ключ-карта скрыта где-то в этом корабле. Но есть одна проблема. На этом корабле скрыто 52 ключ-карт, и все они выглядят как игральные карты. И только одна из них правильная. Может быть полагаться на подсказки, чтобы понять, какая это карта, найти и взять бомбу. Сейчас пока азартные игры не особо пахнет, кстати, почему все карт 52? Где же еще два джокера, я не понял. Это я по обезвреживанию бомб с нашей жизни на кону. Или могли бы просто партийку сапёра скинуть на компе. Этот корабль правда утонет через 9 часов? Мы говорим о Кофина, они шутят, он утонет. Честно, но здесь же так много людей на борту. Ну, помянем. Погодите. Если корабль взорвётся, мы все утонем, и раз мы вместе с нами, то разве это не решит проблему? Так может вообще ничего не надо искать? Более того, первый игрок, который найдет ключ-карту и обезвреживает бомбу, я этому игроку я дарую мои активы, мои знания, мои секреты, мое все. Даже моя жизнь будет в руках победителя. Если есть на этом корабле, я уверен, что есть что-то, чего вы желаете от меня. Однако, если мир истечет перед обезвреживанием бомбы, тогда и будет моей победой. Зимнее море заберет каждого из вас. И такова суть игры. Не хочу перегружать деталями. Черные костюмы, да, раздадут вам карточки с правилами, чтобы прочесть. Кстати, скажем, что изучение правил – это часть игры. Я надеюсь, что вы сделаете мою финальную игру приятной. Сделайте все, что в ваших силах. Либо пока что-то такое. Какая-то игра пока не сильно интеллектуальной направленности, с одной стороны. С другой стороны, наверняка вот какие-то свои приколы. Хотя бы с тем, как отличить настоящую и ненастоящую карту. Сердце хотят что-то от Кофина, ее денег, информацию, ее умолчание, но только один победитель получит аудиенцию с ней. Это точно придется работать. Считайте себя удачливыми. Вы сейчас не высоко в списке моих приоритетов, просто не лезьте мне под ноги. Да не сказал мне, что будет настолько опасно. Или король порт прямо сейчас, я ухожу. Это касается меня тоже. Я же сняли для того, чтобы рисковать моей жизнью. Принятие приглашения считается за ваше полное согласие на участие. Уходить против правил, что за рот вам же встречающее наказание. Вы желаете продолжить? Кто вы думаете, вы такой? Вы мадам сошли с ума? Со своей карточкой с правилами. Победить – это единственный ваш шанс на выживание. Мадам, почему вы подвергаетесь такой количеству людей опасности? Разве это не вы? Были довольны идеи, причины вред людям за пределами игры. Так они уже в пределах игры. Все. Когда мы сражались вместе. Но я принял свое решение или нашел, что более важно, чем политика. Размышления не идут нам ответа. Блин, может корабль просто не утонет? Но этот корабль, по крайней мере, действительно стоит в воде. Так что ему все-таки есть куда тонуть. Не, найдем других и начнем игру. Часы его часики уже тикают. А что-то по правилам-то давайте посмотрим. А, ну мы еще как один игрок считаемся, между прочим. Может, наркотики на 7 раз больше шанс на успех, чем у соло игроков. Что ж, что теперь? Я получил эту карту с правилами от одного из костюмов. Легроп обречен утонуть после 540 минут. Ну, понятно, почему он легроп. Игроки должны найти, какая список ключ-карт выросных по кораблю, выигрывающие... Использующий зрей бомбу. Тот, который зрей бомбу, получит и все. Получит всю кофейную, или так сказать. Все развлечения и службы кораблями и подсказки. Игроки могут носить только 3 карты за раз, и не должны быть всегда на показ. Игроки могут обмениваться, покупать или продавать карты друг у друга. Вот это уже интересно, это уже интересно. Это сейчас уже меня интригует.
Однако все игроки имеют право отказать любому предложению. Любое время во время игры, раз только не хотят, люди могут попытаться взрывать бомбу в зале. Челленджер. Личность челленджера будет объявлена всем игрокам, но используя кью-карт, нейросеть останется скрытой. Однако, если игрок провалится, то он получит серьезные пенальти. После такого провала 30 минут будет отнято от таймера. То есть даже в самом лучшем случае мы можем использовать... У нас 17 попыток, это в самом лучшем случае. Если мы найдем 17 карт, и все упачкают в таких хренах, хренах бомбы. Вот. Погодите, есть, однако, кое-что еще. Если игрок сложит карту с таким же цветом или лицом, как победная карта, они получат иммунитет к этой пенальти. Выше указаны правила священны и являются единственным законом на этом корабле. Кстати, в правилах нигде не было написано, что нельзя уйти. Блин, много текста, мне что-то мозг пытает. Прикиньте, если бы там мадам Кош такая, ну давайте какую-нибудь Сумеречную Империю быстренько раскидим. Кстати, за 9 часов как раз бы смогли сыграть одну партию. Возможно, даже уже с разбором правил. Не нужно циклиться на деталях. Я буду говорить о основном, когда понадобится. Общая идея, однако, понять верную карту, затем найти и получить настоящий карт. 3 свои карты, 6 зарей бомбу. Мне больше всего интересна тема с бартером. Надеюсь, тут будет что-нибудь прикольненькое, интересное. Все-таки взаимодействие между людьми, как правило, самое интересное, часть удобных интернет выживаний. Так вот, третий шаг из рейбомбу, с этим будете работать. Наш первая цель довольно ясна, найти какая из двух карт правильная. Так, ну давайте, пока еще не поздно, делаем ставку, какая же. Вообще, по идее, эта карта должна быть какая-нибудь символическая, какая-нибудь дама пик. Или, как думаете, Нелли вообще какой масти была бы? Тюремная игра, не дай. Не знаю, может черви какие-нибудь, дамы червей. Я бы, конечно, хотел бы, чтобы была какая-нибудь девятка трефа или хотя бы семерка пик. Десятка бубей тоже кажется интересным вариантом, но я чувствую, вообще ни во что не попал. Ну хотя бы все масти назвал, хоть в одну масть должен, если только реальные черви. Это имеет смысл, но как? Мы каждый исследуем корабль и соберем подсказки. Весело выбора это слишком много, чтобы работать с ними, но нужно судить. В принципе, у нас 4 попыточки потратить, 2-2 часа выкинуть, чтобы понять хотя бы какая масть правильная. Если повезет, то вообще может теперь попытки угадать масть, и тогда выбор, между прочим, урезается в 4 раза. Давайте на любую говорю о том, что мы будем делать. В конце концов, у нее это важное приглашение. Хорошо. Не переживаю, это не как матч с Джеком, мы все, мы семеро в этом бою вместе. Я не планирую, но сегодня ночью, хорошо, давайте покажем им еще сделанным из семеро. Совершенно правы, если сражаться вместе, мы будем в порядке. Давайте начнем. Блин, ну конечно, челленджер любой, он будет подвергнут, я чувствую, интенсивному допросу другими участниками, потому что у него есть информация. Какая же карта он использовал. А между прочим, проигрышная карта тоже дает немало информации, потому что можно выкинуть неправильную масть и число. То есть первая попытка, она исключит помимо самой карты еще получается 15 карт. То есть это тоже, даже неправильный выбор урезает количество вариантов где-то в 4 раза. Ну, к сожалению, вряд ли. У нас будет карт на руках. Если бы мы играли в соло, то да. Так, Эрифон изучает 25 минут, а Кораль потонет через 9 часов. Что-то вообще страшновато, блин, если не успеем, то перепроходить придется. Так, отдайте игроку 25 часов на пол, научите правильный шкарт и взрывайте бомбу первым. Старайте подсказки, смотрите, как идут дела, очень как пожелать, он же хочет родить своих друзей. Ну, собор и подсказка карт автоматически показывается в соответствующем чарте, его можно проверить с помощью шифта. Будьте осторожны, сформируй на корабле, не все ваши противники. Бойтесь, что другие игроки всего для этих... Другие игроки сняты для этих родунели за эти 9 часов, так что стоит проверять правила, если нужно. Так, ну что, у нас куча мест. Во-первых, у нас фонда челленджера, там нам делать нечего, у нас нет карт. Скрытый окон, подарили все черные костюмы, можно куда сверять бомбу, популярные места для покупки и продажи карт у Оджия. Некоторые даже оставят некоторые карты после себя, вам пало для тысячи людей, можете обменяться, также с казино, можно получать фишечки и получать призы. Неплохо. Наконец, какая-то сцена, которая прошла каждый полчаса.
И шоу можно анализировать на предыдущих показах. Что прикольно. То есть через 30 минут можно противостоять шоу. Сейчас на палубу сходим снова. Ну я что-то пока не знаю, пока у меня нет больших надежд. А, ничего себе, тут уже люди-то начали набирать карты по полной. Блин, прикольно. Нафиг мне такое нравится, если ты хочешь обменяться. Мне не на что обмениваться. Даже если будем, что для корабль огромный. Просто каждый день по ним занять серьезное время. Какая боль. Чем же носили себя? Семерка не победитель. Хорошо, когда выбраться дальше? А как она это узнала? Как она это поняла? Тоже хочу узнать все подробности. Так, троечка бубей. Ну, тоже семерка не победитель. Ну, это, конечно, очень здорово, жарит семерку. Нам эта информация много не дает. Ну понятно, тут можем обмениваться с людьми. Так и можно легнуть. А, ну и вообще что-то сюда без особого толку пришел. Это вообще вся локация. Или это тоже считается палубой? Челлендж вернулась дарить бомбу. То показано на ближайшем мониторе. Тут умный. Тело вам радужка потонет, это очевидно лишь для того, чтобы быстрить игру, мадам. А еще такая-то гильотинка сверху. Придется там же какие-то наказания, видимо, полчаса это не единственное наказание. В любом случае, я просто продвинусь, пока другие там. Эти взрывы неудачно. Я не ожидал, что за первый путь получится. Минус полчаса. Эй, моя рука застряла. Иммунитет не обнаружено. Финалити. Блин, да, лучше, конечно, руки столб не совать. Хорошо, что мне нет протеза руки. Еще 30 минут, ну и мудила. Сам пострадал, а других стал пострадать. Еще наверняка и будет молчать, ничего и расскажет. Ты в руках? Ты же показываешь живую, верно? Подожди, наберешь штраф, верно? Зачем же ты гильотина отрезает твою руку? Вот нечего совать, что не надо. Назвать этой игрой кажется довольно плохим вкусом. Это более ужасающий игра, чем я ожидал. Я не думал, что кофе типа что насажать жестокостью, но форсировать такое количество людей в эту игру, оказалось, что я не прав. Еще раз не случилось, мадам. Блин, может, это и нет никакой мадам, может, это все подстава, лично мы ее не видели. Если что-то не сделаем, еще больше людей пострадают. Проценить что-то, что мы можем сделать. Что именно не было на уме. И то, что раса участвует немного страшно. Хотя, нет, то, что раса участвует, мне кажется, как раз духи нам кофе. Скажу, например, что если бы есть корабль, то вместе, чтобы найти ответ. Если мы сегодня поделились нашими подсказками, мы сменим эти виральные карты перед тем, как еще больше людей потеряют свои руки, верно? Эх, если бы все было так просто, но я еще ни в одной подобной игре не видел, чтобы люди действовали вместе. Пока первые рук 20 не отлетят, никто и не начнет, но это время уже время кончится. Может, срочно изрядить бомбу. Но помни, только один человек может выиграть все кофе. Не глупо выражать, что план. Не глупо выразить, что план сработает. О, теперь можешь предлагать, чтобы другие работали с нами. Ну да, звучит как план. Ну, 8.25, давайте попробуем на шоу посмотреть. Ну блин, там полчаса срезал. Даже нет, что показывать будут. Подсказки, а блин, ну я думаю, я понюхиваю их. В любом случае, так, а что тут с челом? Это тот, который попробовал карту снять. В любом случае, я набрал тебе фишек. Смотри, чтобы поговорить подсказки в кабино. Не густом. Ну, подкати к остальным, если их увидишь. Если нет, у него не должно быть пара подсказок. Вот я оттуинил, у меня подсказок нет. Даже стыдно. Они, похоже, начались какие-то драки, он просто потерял сознание. Я хочу подсказки из шоу, убедись, что, короче, не проанализируешь свои подсказки. Боги анализ послания шоу даст тебе преимущество в этой игре. А, они все были одинаковые, ладно. Даже не только развлечения, но, скорее всего, здесь что проанализировать и... Ну, упс, не куда другим игрокам преимущество. Работать вместе? Видимо, этого не будет. Что тут начнется? Ну давайте посмотрим, что нам терять-то кроме времени. Что было человеке, который перебил королевскую семью на войне, что нести секрет его рождения? Но то, что не нашел его истину, не делал истину, он встретил свой конец на казни. Что закрыто? Казино. Так, а как мне проанализировать? Я забыл, где это было. По вещам. А что уничтожил свою семью? Принять своего рождения его казнет. Надо и потратить 5 минут. Такая наша рука проанализируем это шоу. И очень рад, что надо сам подсказки. А если правильно помню, человек, который уничтожил корейскую семью на войне, искал тайного рождения, так и не нашел его правду, встретил его конец на казни. Это примерно резюмирует.
Раскатясь, но может быть с поиском карт победителя. 4 масти, используем игральные карты. Каждый воплощает что-то свое. Тоже интерпретации, но мечи воплощают мечи и смерть. Но смерть точно была в обилии. Я думаю, пики тут должны быть. Даже, скорее всего, наша карта не пиковая. Но с другой стороны, Буби — это знание. Мир. Ой, не Буби, а Трефы. Нет, Буби. Нет, Трефы. А да, Буби — это Даймонс. Ну вот, собственно, будет богатство и золото, и сердце любых эмоций. Мне кажется, это какая-то черно-масная карта. По крайней мере, такие, насколько я знаю, более принятые интерпретации. Ясно, но есть какие-то идеи. Ну, средство, конечно, казни. Блин, что-то... Ну, смотрите, если не нашел правду, то значит это не Буби... Ой, не Треф, логично. Типа, Треф — это знание, а знание не было обнаружено. Но, блин, с другой стороны, тут так много смерти, наверное. Ладно, я пытался. Блин, и 5 минут просто потратил. Тогда это мечи... Ой, не мечи. Верно. Начать с этого шоу — это что нельзя достигнуть правды только через войну. Если мы приложим это к мастям карт, мне кажется, моя мысль тоже была неплохой. Тогда символ мечей смерти, пики, не имеет правды. Или победитель, ну ладно. Так, ну блин, мы же вас прыгнули, на самом деле, смотрите. 25% отсекли, это уже неплохо. Вообще, может, уже серию заканчивать? О, здравствуйте, мужчина. Приятный для тебя, не переживайте. Я тут не фишкой занимаюсь, старый добрый пи. У меня нет ни одного. А нет, один есть. Ну, не знаю, пока покупать еще не хочется. Как поживаете? Ну, на глушон. Да, кошка уже начинает драть. Ничего себе, как он выдает. Блин, мужик, это просто коврик, это не танцпол. Ну, в казино. Сейчас все равно фишка и подсказки, но в итоге я с вас изменю карты. Слушай, дайте 3000 фишек, что ж, продай мне карту, любую карту. У меня нет карты. Блин, я реально ни одной карты. Что делать-то? Мне надо поиграть в казино, вот что мне надо сделать. Это всегда мне помогает. Это нормальная машина. Это нормальная машина. Есть какие-нибудь неадекватные машины? Вот, это мне подойдет. О, да, это снова 6 сезон. Вот что я любил делать. Вот что я любил делать. А что не... А, это спин. Да, да, пошла тепленькая. Ничего себе, там на выигрывал. Давайте-ка еще парочку раз. Да. Нет! А, нет, я. Так, еще раз. Блин, мы скоро уже весь выигрыш свой потратим назад. Да! Я выиграл 20 фишек. Я ухожу в плюс. О, нормально. Блин, ну. Ладно, еще одну. Мы сейчас на хорошей волне. Мы можем выиграть, да. Блин, мне кажется, плюс не ушли. Сейчас, последняя. Да блин, мы сегодня реально выигрываем, только на самом деле мы ничего не выигрываем, если честно, то что было самое плохое. То есть мы наоборот ушли в минус на 10. Ну блин, все, машина сломалась, мы перестали выигрывать. Сколько может... О! Нет, мы все равно чуть выигрываем. Это единственная проблема. Шоди плюса надо хотя бы клевер собирать. Вот. Немножко порадовали внутреннего удоман, так мы еще сейчас на рулетку сходим. Ну, на самом деле, наверное, не сходим, потому что... Блин, а что, реально, кроме рулетки ни хрена нету? Не хочу рулетку играть, давайте карточное что-то. Так, можно узнать. Если мастер решает правду, совершит оценку мастеру ресепшена. Это сильно сужает, но есть подвох. Тебе нужно 3 карты, все одного... одной масти. А что нужно? Блин, ну короче, да, нам надо собрать их какие-нибудь одинаковые 3 карты. Ну блин, мне бы собрать пока хотя бы одну карту, блин. Лесо для рулетки, если хочешь. Мадам, позволь обменивать фишки на подсказку. Ресепшн там наверху. А, блин, рулетка-то... Блин, это время тратит. На рулетку ничего не собирается играть, он прям скажи. Ладно. Короче, зря время потратил. А если засейвскамить? Какая рулетка, ничего не знаю.
Знаю, проигрываю, сейчас сразу тысячу фишек. Блин, что-то вообще не нравится. Но нам надо хотя бы... Блин, это неплохие идеи, на самом деле. Неплохая идея, но, блин, номера отсеивают немножечко не так выгодно, с одной стороны. Мне кажется, это стоит под конец ставить. Вот. В любом случае, нам нужно реально отсеять еще карты. Нам нужно найти еще карты. Ну, вот, может, карты продают, но карты, очевидно, не продают. Ладно. Блин, наверное, раз мы здесь, я не знаю, насколько, вряд ли это очень строгий менеджмент. Так, опять обезвреживание бомбы. Это опять будут стримить. О, Рассел. Вот, Рассел. Ну, что-то мне кажется, Рассел без руки не останется. Вряд ли он хочет закосплеить меня. Так что, думаю, он уже подсказывает, он набрал порядком. Думаю, что ты будешь настолько безумный, Коффин. Я правда думаю, что эта ловушка напугает меня. Не успеешь обезвреживание. Но я не умею тех штрафов, то есть он уже узнает на хорошую масть. Хотя, погоди, там еще можно? Ну, информация есть информация. На самом деле, если ты угадал, то тут это вообще в три раза. Вообще, ты можешь три четверти вариантов исключить. Надо тоже какой-нибудь отправить, кого не жалко. Погодите, если Оскара отправить, а он свое тело, так сказать, сделает крепким, то может у него и рука выдержит? Ладно, еще раз четверть набирает. Так, штрафа не было. А штрафа не было, то значит... Карту раз вы используете рей бомбы, или имел правильный цвет, или правильный номер. Подождите, это значит, что мэр приближается к реальному ответу? Он даже не поколебался. У него дикая инициатива или много уверенности. В любом случае, раз целый тяжелый противник, нужно пытаться приглядывать за ним. Блин, как же я просто фейлюсь, как же я просто проваливаюсь. Никакой информации, ничего нету. Так, Рассел, подскажите, пожалуйста, что у вас за карта была? Так, я, пожалуй, этот туз себе рисую. Давайте работать вместе, бабуля. Меня карта на фишке, это как-то тупо. Следующий прокачиваем безопасность. Может, если у вас меньше времени, больше людей будут хотеть сейчас играть с нами. Ну, смотрите, если мы кому-нибудь накинем, подходя... Если найти какой-нибудь займ с двумя одинаковыми картами, может согласиться вместе работать. Вместе нет смысла. Остановки бомбы, если я не выиграю. Ну понятно. Трое из них процветает. Мэр Бёрлс. Следующий, который хотел видеть. Аналогично. Скажите, когда мэр Бёрлс взрывает бомбу, он сбежал штрафа. Что означает? Да-да, он угадал. Одна из карт его руке, или правильный цвет, или правильного номера, да? Это идеальный шанс получить подсказку. Я хорошо и кострю на его руку. Могу читать их открытую книгу, очень жаль, ребенок. По пути отсюда до зала испытаний достаточно времени, чтобы вы просили обменять карты на руке. Карты, которые мне сейчас совсем не помогут. Это разговор с ним, у меня кое-чем подумать. А где выход в зал испытаний? Раз не просто вход в зал. Хотя человеку нужно, чтобы черный кассет ввели его туда, поэтому я полагаю, немногие знают, где это. Если там может где-то валяться. Когда бросаешь из-за пытаться дрейф бомбу, карту, которую не используют, не показывают. Это одно из правил игры. Вопрос в том, почему вообще есть такое правило? Что имеешь в виду, чтобы все не смогли быстро понять? Вероятно, те, кто рискует штраф, получают пытаться дрейф бомбу, получая подсказку от результатов. То подсказка, которая получает только бросающий вызов, что означает, что другие не могут прятаться у выхода, чтобы смотреть на подсказку, которую не получили. Я защищаю так, будто все хорошо устроено, когда мы сами по себе в поиске подсказок. Не будь нелепой, мы знаем, трюк в первое время, ловко в первое время разобраться с ней, пытаемся бы, но уж пытаться дарить бомбу. И затем найти выход, куда мы будем там. Понятно. Если мы это сделаем, мы, возможно, сумеем узнать, как другой игрок свой может подсмотреть на эксклюзивную подсказку бросай. Испытуем его, мы не можем позволить, конечно, твоя рука отлетела, так что мы хотим конечно пенальти. Сырый способ это убедиться в этом, это понять. Победная карта черная или красная? Черная или красная, говоришь? Правда, знаю, поможет нам все сузить. Очень хорошо, когда найдем безопасный цвет, попробуй без рейбом. Погоди, там именно цвет? Там именно цвет? Не масть? Я все это время был неправ. Я вообще все это время неверно мыслил. А, да, тут толкового же цвета или числа, то есть подсказка ему не в 3 четверти срезает, не 50%. Это, конечно, немного более справедливо.
крайней мере, примерно 50%. Ну, самый простой путь тогда это начать набирать трефовые карты в казино. Ну, что если как раз или черная, верно, оценка казино. Оценка масти казино полезная. Ой, я набрал фишку казино. Так, это тоже неплохо. Ну, сейчас кстати, игрок, наше приглашение, наше преимущество численности. Это получили фишки подсказок. Используем это. Мне нужны трефы. Блин, продавать карты еще какая-то бессмысленная затея, если честно, на мой взгляд. Блин, мне просто недостаточно карт, чтобы получить оценку. Так, ну это просто зря сделал, да? Да, потому что у меня слишком рискованная ситуация. Но я сомневаюсь, что трефы окажутся победной комбинацией, собственно говоря. Как-то это будет слишком просто. Ну ладно, как так, 2 часа мы успешно потратили. Чё-то пока все идет не очень, если честно, уже сейчас вперед перепроходить. Ну такая серия, что-то она получилась не очень хорошая. Надеюсь, вам было не влом ее смотреть, она еще какая-то длинная вышла. Ну да, я так по ней могу, по ней почти вам не нравится, потому что я так по ней большая часть его уйдет именно на эту, скажем так, игру. Вот. Ну, посмотрим. Ну, в принципе, интересно. Всем спасибо, я был Авангард, и до новых встреч в следующей серии. Всем пока.